Сегодня день неизвестного солдата. Памятная дата учреждена в прошлом году по инициативе участников поискового движения. Именно 3 декабря 1966 года останки безымянного защитника Москвы были перенесены из братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад Кремлевской стене в Москве. Спустя полгода, в мае 1967-го, на могиле неизвестного солдата зажгли вечный огонь. Факел с Марсового поля везли из Ленинграда в Москву солдаты и офицеры Таманской мотострелковой гвардейской дивизии. На Манежной площади горящий огонь принял герой Советского Союза Алексей Моресьев, а у самого монумента передал его генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Отдельная история и у надписи на могиле. Над ней работали сразу три поэта и один писатель – Сергей Михалков, Сергей Наровчатов, Константин Симонов и Сергей Смирнов. Именно они поставили свои подписи под словами «Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен». И лишь поздним вечером, накануне Дня Победы, первый секретарь Московского горкома партии Николай Егорычев позвонил Михалкову и предложил сделать эту надпись обращением всех живых ко всем павшим. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Таким образом, памятник, который открывали к 25-летию обороны столицы, стал не московским, а всенародным. Всего же после Великой Отечественной войны и до наших дней пропавшими без вести считаются более 4,5 миллионов человек.